Привет! У сотрудников служб спасения по-настоящему суровая и тяжелая работа. Вот так они выглядят после тушения пожара в снежную бурю. Одна из немногих черепах, которой удалось выжить, несмотря на наличие двух голов. Его зовут Янус, и живет так черепашка уже больше 20 лет. Еще одна интересная мутация произошла у кошки. У нее действительно целых 4 уха. И Фактории кажется, что благодаря этому она выглядит еще милее. Автор фотографии вырастил этот волшебный кристалл у себя дома из химического удобрения. Процесс занял около 3 недель. Маникюр, который действительно может повергнуть любого в шок. Жить нормальную жизнь с такими волосатыми ногтями, по-моему, будет ой как непросто. У вас тоже сложилось впечатление, будто над этим деревом посреди зимы внезапно образовался водопад? Присылайте по ссылкам в описании под видео свои впечатляющие фотографии из жизни. При неправильном хранении баллон с монтажной пеной может легко взорваться, и так выглядит целая коробка таких лопнувших баллонов. По одному зданию понятно, из чего здесь делается большинство блюд. Вдруг кто-нибудь до сих пор не в курсе про меню KFC, мало ли. 3 верных друга, случайно встреченных в общественном транспорте. Мне всегда казалось, что подобные ситуации возможны только в каких-нибудь мультфильмах. У автора фотографии на участке появилось слишком много муравьев. Он купил специальную отраву от этих насекомых. Но муравьи, в свою очередь, просто возвели вокруг этого участка каменную стену. Чем больше я смотрю на данную фотографию, тем меньше логичных объяснений для нее у меня находится в голове. Что здесь вообще происходит? Пиджак очень долго висел на этом крючке, а дверь каждый день освещалась солнцем. В итоге на ней остался такой след. Сколько лет его не снимали с этого места? Фисташки не только очень вкусные, но могут быть достаточно интересными, чтобы попасть в выпуск на канале Фактория. Оказывается, под ультрафиолетом они светятся разными цветами. Перед вами крупный план автомобильной фары, и внутри нее уже начинает появляться своя экосистема. Скоро вся машина таким образом превратится в лес на колесах. Мусорное ведро, которое стояло на улице, покрылось коркой льда. После того, как этот лед отвалился, слова, нанесенные краской на это ведро, отвалились вместе с ним. Среди котов довольно часто попадаются особи с глазами разного цвета, и у этого четвероногого друга эффект красных глаз на фотографиях появляется только на голубом глазу. Вы когда-нибудь видели, чтобы в туалете у самолета был отдельный иллюминатор? Видимо, на случай, чтобы вы точно не пропустили какую-нибудь красотенюшку даже здесь. Мужчина колол дрова для своего загородного дома, и в какой-то момент на одном полене он заметил паука внутри. Возможно, на дереве в свое время появилась небольшая трещина, в которой паучку удалось спрятаться, но наверняка мы никогда не узнаем. У полностью черной кошки родилось 5 белых котят. Автор снимка рассказал, что последний появился на свет уже после сделанной фотографии, и уже он был полностью черным. Магия природы! В разных туристических локациях есть свои традиции. В это дерево долгие годы люди вставляли монеты на удачу. Сейчас на нем невозможно найти пустой участок. Посреди ночи кто-то подвесил этот автомобиль на трос под мостом. Не нашлось ни одного свидетеля, который бы видел автора перформанса, и полиции также не удалось ничего узнать. Так что замысел странного поступка навсегда останется в тайне. Автор снимка пожаловался, что после визита сантехника, который занимался ремонтом их стиральной машины, теперь из слива ванны появляется такая вода при стирке. Кажется, мастер был не самый умелый. На просторах интернета есть снимки, когда люди обнаруживали беличий тайник с орешками внутри своего автомобиля. Но эта ситуация еще круче. Белочка долгое время воровала еду у собаки, а затем прятала ее в машине хозяина этой собаки. Не только люди обожают выделяться на фоне всех остальных. Некоторые растения тоже не против. Почему бы не вырасти не из земли, а из потолка? Действительно, хороший вопрос. Пример удивительного вторичного использования. Не знаю, каким образом кому-то удалось заполучить списанный самолет, но этот человек сделал себе из него полноценный дом.
Некоторые заведения стремятся удивить не только вкусом еды и напитков, но и нестандартной подачей. В этом случае вместе с коктейлем принесли тлеющую деревяшку. Очень странное решение. Во время туристической вылазки группе друзей удалось обнаружить необычную находку – бутылку с собственной экосистемой внутри. Предполагается, что это так называемый ирландский мох. Следующая находка была сделана у себя дома, но она не перестает быть от этого менее удивительной. Внутри купленного куска мыла оказался пакет с игральными костями. Это что еще за пасхалка такая? Возможно, вы даже не знали, что по ту сторону полотна в зале кинотеатра есть пространство. И так выглядит сам зал с этого ракурса. Кто-то может смотреть на вас, пока вы смотрите фильм. Парень побывал в симуляторе прыжков с парашютом, внутри которого скорость ветра достигает 280 км в час. Вот что осталось от его одежды. Встречали что-то похожее? Присылайте мне свои фото. Следующий эксперимент относится к разряду «Что будет, если?». Вот что случится с конфетами Skittles, если их убрать в морозилку? Удовлетворено еще одно любопытное желание на канале Фактория. Ананас слишком вкусный для своих относительно небольших размеров. Почему бы каждый ананас не был каким-нибудь таким, чтобы его хватило на еще больше минут наслаждения? Альбиносами могут быть не только живые существа, но и растения тоже. Так что представляю вашему вниманию огурец-альбинос. Кормушка для птиц, которая покрылась какой-то жуткой плесенью и теперь напоминает разумную форму жизни. Как-то это жестоко по отношению к птичкам, нужно срочно ее почистить. После сильнейших ураганов есть вероятность встретить вообще что угодно. Например, панцирную щуку, которая застряла в заборе вдали от ближайшего водоема. Это удивительное радужное облако было встречено над озером. Такую красоту не каждому удастся увидеть за всю жизнь. Определенно знак будущей удачи. Все мы имеем представление, как выглядят дома на колесах. Но кто-то решил полностью переосмыслить внешний вид подобного транспорта. И что, даже печь работает? Один из самых необычных способов украсить кухонное пространство – сделайте аквариум прямо на столе. Потом даже телек во время обеда включать не нужно будет. Интереснее понаблюдать за жителями аквариума. Люстра, которая превратит любое помещение в сказочный и таинственный лес. Хотя некоторым такое освещение может показаться слишком страшным. Этот домик был вырезан из ствола дерева, и самое удивительное, что делалось это при помощи бензопилы. У кого-то руки явно растут из нужного места. Данные часы Фибоначчи были найдены в клинике, а теперь давайте вместе подумаем, сколько было времени на момент создания фотографии. В этом снимке нет ничего удивительного, если ты хоть немного разбираешься в фоторедакторах. Но правда в том, что к фотографии не применяли никаких фильтров. Небо в тот момент было действительно фиолетового цвета. Чтобы вы понимали, насколько опасны линии электропередач, просто взгляните на эту ситуацию. Деревья повалились и оборвали несколько проводов. В итоге электричество расплавило асфальт. К этому снимку не было никаких комментариев, но у меня складывается отчетливое впечатление, что этот батут оказался на перекрестке из-за ураганного ветра. Чтобы жизнь не казалась такой скучной, можно заняться каким-нибудь странным хобби. Автор фото со школьных времен коллекционирует крохотные шарики из использованных шариковых ручек. Перед тем, как пойти на аттракционы, заранее подумайте о своих дорогостоящих вещах. Этот стенд находится в парке аттракционов и является предупреждением для всех посетителей. Идеальная шестерка на помидоре, которая появилась сама по себе. Может, это и не удивляет настолько же сильно, но все равно остается весьма интересным явлением. Автор фотографии периодически выбирается на пляже своего города, чтобы поискать на них зубы акул. Вот сколько штук ему удалось найти за последние 3 года. Мармеладки с крошечным мозгом внутри могут привести в восторг любителей необычных сладостей не только своим вкусом, но еще и внешним видом. В этом случае сразу и не угадаешь, что это за штуковина такая. Перед вами винтажная заколка для галстука, которая при этом является еще и слуховым аппаратом. В современных домах часто устанавливают больше одного лифта, но эта ситуация все равно выделяется среди обычных построек.
Один лифт везет только на четные этажи, а второй только на нечетные. Зачем? Чтобы оценить важность фильтров для воды, достаточно лишь несколько секунд посмотреть на этот снимок. Справа – новый фильтр, слева – тот, который использовался один год. Нет, перед вами не какая-то неизвестная банкнота одной страны. Так выглядело приглашение на свадьбу. Интересности мероприятия начинаются уже с момента вручения этого приглашения. Владелец машины превратил свой капот в доску для рисования. И на парковке достает банку с мелками, чтобы каждый желающий мог оставить какое-нибудь послание. Выбери следующее видео для просмотра. Спасибо!